И вот они, ребята! Ну что ж, держим кулачки и очень верим и надеемся, что они сейчас нам выпадут. Нам очень они нужны. Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым. Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Detol, и мы продолжаем играть в Shadow Fight 2! Всем привет, дорогие друзья! И наши бои в мире теней продолжаются! Ребята, мы достигли максимального 52 уровня! Да, и сегодня мы отправимся к кукловоду, чтобы заполучить оружие монаха. Чтобы оно тоже было 52 уровня, ребята. Лайфхак, кстати говоря. Если бы мы не получали доспехи и защиту ранее, мы бы могли сейчас все 52 уровня собрать, и нам бы не нужно было тратить гемы на апгрейд. А нам говорили об этом подписчики, а мы все шли и шли. Да, ребята, ну что ж, у нас здесь без блоков легко, я думаю, что мы должны справиться. Вы обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал и поделитесь этим видео со своими друзьями. Погнали, посмотрим, что нас ждет. Да, ребята, поехали в бой, будем надеяться, что мы не проиграем. Итак, против нас ниндзя, конечно же, кто еще может? Ниндзя, кстати говоря, у нас мембранная кираса, ребята. Опа, неистовство здесь срабатывает наше. Срабатывает, но противник, кстати говоря, уходит в блок, а у нас блоков нет. Да, мы не можем блокировать ни один его удар, а должны постоянно атаковать его. Слушай, а у нас здесь хелс это восстанавливается же, да? По-моему, потихонечку они как-то, или не, нет? Не-не, они не восстанавливаются, я имею в виду, что заново, да? Каждый раз, каждый бой, все заново. Да, по-моему, да. По-моему, такая ситуация, и каждый раз есть возможность что-то получить. Ну что ж, ребята, первый бой мы прошли на ура. У нас колесо фортуны, начинаем и будем здесь надеяться... Здесь нет еще оружия монаха, здесь просто всякие... Десять тысяч фиолетовых штучек, вот это сюрприз. Ничего себе, ребята, вот это подгон, хорошее начало, надеемся, что без оружия у нас драка будет. Ужасно, тяжелый бой будет, но давай пробовать. Давайте пробовать, ребята, конечно, тут будем надеяться, что нам повезет. В бой! Поехали, без оружия мы драться особо не умеем. Слушай, ну можно магию использовать на самом деле еще. Давай попробуем, но наш лучик... Так, тогда с подкатиков начнем, что делать? Давай. Раз а он с оружием, как он хитрый. А, конечно, с оружием, а как ты думал? Так, пока что вроде все бодренько. Ты смотри, а, все время прыгает. Какой у нас бодрый противник. Но мы пока что на подкатах, ребята, нам нужно победить, а хорошо. Это лайфхак. Ой-ой-ой, слушай, кидается? Ну, урон вроде не такой сильный нам прилетает, и у него восстановление жизни у этого противника есть. Опа, попали. Прекрасно. Крит. Еще разочек попали, и восстановление хорошо работает, да? Слушай, магия есть у нас появилась, и можно использовать. Ну-ка. Слушай, я боюсь магию использовать, да, на самом деле. Почему перехватит же инициативу, и нам конец. Пока что мы ведем. Да, пока что мы тащим, и нужно в этом темпе двигаться дальше. Подкатами, подкатами, ребята, лайфхачим немножечко. Бросочек по нам применили. Курок. Подкатились, у него восстановление здоровья активировалось, пинка ему. Ха-ха, и победа, ребята, все, прошли на ура. Немножечко, скажем так, осторожничали, но это нам на руку, потому что нам обязательно нужно получить оружие монаха. Очень хочется его получить. И колесо фортуны, надеюсь, что нам также повезет с фиолетовыми штуками. Да, посмотрим, что сейчас выпадет нам. 15 тысяч, ну тоже неплохо. 15 красных, неплохо, да. Да. Хотя у нас там уже 300 или 200 тысяч, сколько у нас там. Так, и что, раскаленная земля, ребята, прыжки наши любимые. Ну, я надеюсь, что там будет секунд по 7. Будем надеяться на это, а то обычно 5 или 3 вообще, бывало такое, да? Идем в бой. Ребята, идем в бой, надеемся на вашу поддержку, поехали. Итак, кукловод... Так, слушай, нам надо использовать ножные, да, атаки, они лучше всего проходят. Нам нужно прыгать. Помнишь, назад отпрыгивали, мы удачная тактика была, когда мы назад отпрыгивали. Да, 7 секунд, ребята, 7 секунд, будем надеяться, что... А, прыжочек, опа, хорошо. Так, 5 секунд нужно отпрыгивать, отпрыгиваем, опа, хорошо. Так, прокатились, отпрыгиваем, хорошо. Давай попробуем на него, ай-яй-яй, ну-ка. Прыжочек, хорошо. Прыжочек и... Ох, давай, иду, мощная атака. Прыгаем, супер. Есть, ребята, победа. Прекрасно, точное попадание принесло нам победу. Шикарно, и опять колесо фортуны.
Что же здесь у нас может выпасть? Ну-ка, поехали, ребята, начнем, но никакого оружия пока что нету. Не видно никакого оружия. 25 тысяч! Вот это да! Если оружие монаха получим, то можем что-то зачаровать на мифический рецепт, ребята. Да. Ух, это круто, ну что ж. Достаточно ресурсов, да, чтобы наложить мифическое зачарование, ребятки. Это очень хорошая победа и регенерирующий противник, но для нас это не помеха. Да, для нас не помеха, мы должны его одолеть. Идем в бой! Поехали в бой, ребята. Восстанавливается здоровье, но мы будем дамажить очень сильно. Готовься, противничек. Регенерация тебе сегодня не поможет. Слушай, ну у него, кстати говоря, полумесяцы. Ну и что дальше? Ха-ха, у нас неистовство, да? Ой-ой-ой, ты что творишь? Что-то он нам заблокировал такой, уменьшил нам атаку, понял? Да ладно! Да. Вот это плохо, ребята. Понизил нам урон, который мы наносим, но вот все, слетел этот дебаф. Мы загнали его в угол, ребятки. Так, да уворачивается, ладно, уворачивается. Какой-то попался нам ниндзяго. Но победа, ребята, победа. С осторожностью. И вот они, ребята. Ну что ж, держим кулачки и очень верим и надеемся, что они сейчас нам выпадут. Нам очень они нужны, ребята. Ну-ка, нет. Да ладно, зеленые штучки. О май гад, был. Вот это да, у нас же есть шанс еще один открыть. Еще один бой есть? Да. Фух, поражение при выходе за ринг. Наша любимая штука. Самое сложное, ребята. Самое сложное. У нас будет еще, наверное, один шанс получить оружие монаха. Давайте пробовать. Давайте рискнем, ребята. Рискнем и будем надеяться, что получим. Так, красная зона. Это опасно. Красная зона. Опасность очень велика. Раунд один. Слушай, а здесь прям притык, мне кажется, уровень, да? Мне кажется, наоборот, здесь достаточно свободный он. Да, но да. Пока что мы стоим на месте. Вон он там далеко, вот тут это было зря. Да, ребята, выбил у нас за ринг, и, к сожалению, мы проигрываем. К сожалению. Слушай, давай посмотрим, что у нас с зачарованием и что там. Так, давай посмотрим. Здесь мы можем выбрать всего лишь два рецепта. Мифический не получается, 67 нужно, да? Да, 67 нужно. Но надо копить, мне кажется, уже. Слушай, а на почему оружие не показывается у нас здесь количество наших. Чего? Чего не показывается? Количество рубинчиков наших сверху должно показываться же, оно не показывается. Да, кстати говоря, реально почему-то не показывается. А, давай. Потому что у нас не 52 уровня оружия. А, да ладно, нам нужно проапгрейдить оружие, кстати говоря, для начала. А вот здесь, ребята, 40. А, слушай, здесь тоже не показывается. Да. А ну и применить не можем. А почему мы потому не можем? Потому что нам нужен весь сет монаха. А, точно, ребята, сет монаха. Я думаю, что пока, наверное, не будем зачаровывать, да? Ну, конечно, давайте подождем. Мы все-таки наверняка выбьем эти когти. Да, ребят, у нас задача максимум сейчас выбить когти монаха. И давай продолжать тогда, что делать? Давай продолжим. Что у нас там по расписанию, ребята? Кстати говоря, на подходе был телохранитель Титана. Ха-ха-ха-ха-ха! Ну что, пойдем? Давай сходим, сразимся с ним. И, возможно, даже победим. Может, затмение? Не, это вообще нереально. Нереально, думаешь? Ладно, это ребята, ну что ж, следующий телохранитель Титана. У нас эпичное видео сегодня. Поехали в бой! Гуру! Не боишься? Странно. Будь ты посмелее, тень, ты бы стал мной. Разве ты не замечал, что люди преклоняются перед тобой? Это же очевидно! Ага. Дети мясника увидели во мне мессию, того, кто покажет им жизнь без осуждения и морали. И там, где ступит моя паства, прольется кровь. Идем в бой, ребята. Какими он словечками интересными это выражается, а? Да вообще, смотри, у него дубинки, молоты. Молоты такие интересные. Молоты, да, интересные какие-то гидравлические молоты. Но здесь у нас такая техничная локация. Вот, слушай, я эти молоты что-то не видел. Они электрические, что ли, да? Я не знаю, что они делают, но у нас неистовство. Ух ты, смотри, какой у нее щит красивый висит. Да, слушай.
Это именно мифическое зачарование и есть, скорее всего. Возможно, ребята, щита такого мы раньше не видели, но на неистовстве неплохо нанесли ему дама, кстати говоря. Да, он, кстати, застанил нас или... И он восстанавливает хелсы. Неистово причем восстанавливает. Слушай, серьезный будет бой, серьезный противник. Да, ребята, да, именно так. И ах, оглушение. Застанил нас противник. Так. Чуть-чуть осталось. Да, победа. Первая победа за нами. Гуру повержен. И второй бой, ребята. Нам надо нести сокрушительный урон. Ох ты, как он. Стан. Да, ребятки, замораживает, дружище, нас оглушает. Слушай, и восстановление здоровья у него, конечно, мощнейшее. На неистовстве попадаем, отнимаем неплохо хелсов, но по у факту... У него броня срабатывает. И это даже тоже броня хорошо. Ему не помогает. Опа! Маги, как мы промахнулись. Неплохо, маги. Я думал, он встанет, но мы промахнулись, ребята. Кидается. Кидает нас на лопатки. Ну что же, чуть-чуть осталось нам. Совсем чуть-чуть, ребята, и мощный удар. Ах ты, как он. Ладно, магию применил. И мы просто пролетели в трубу. Ребята, но мы могли победить. Мы должны сейчас отвоевать эту победу в третьем раунде. Ну что же, гуру, берегись. Ай-яй-яй, начинает какое-то превосходство показывать здесь нам, да? Да. Давай на неистовстве попадаем, но у него восстанавливается здоровье, я так понимаю, да? Да, восстановление здоровья, мы пытаемся как-то это компенсировать нашими атаками. Мощная атака, ребята, попадаем прям точно в цель. И еще, наверное, одну. Магия. Магия уворачивается, но мы не пролетели. Не пролетели, реально, удалось нам удержать наше преимущество. Так, начинает кидаться, ребята, и я боюсь, что он скоро применит свою магию. Она очень и очень сильная. Надо добивать, ребятки, дерево у него. Слушай, сколько у него положительных эффектов, а? Просто... Но мы не даем ему спуску, ребята, не даем спуску. Главное не магию, чтобы он применил, потому что если он применит магию, то нам кранты. Дерево еще магию. Раз у него срабатывает. Ах! И мы магию применяем. Да. Последняя атака, ребята, надо прокатываться. И ох, нас. Да ладно. Чутка осталось, он промахивается. Еще раз дает нам шанс. Ребята, победили, грейт, просто шикарно. Слушай, ну он увертливый был. В затмении мы точно бы не прошли. Ну конечно, я думаю, он бы там одним ударом нас прикладывал к стенке. Подумай хорошенько, тень. С таким потенциалом за тобой пойдут целые народы. Мы можем возглавить огромную семью. Я буду ждать. Слушай, а куда нам опыт-то прибавляется вообще? Не знаю. Ну что ж, ребята, на этом у нас сегодня все. Вам огромное спасибо за просмотр. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. Ведь у нас скоро Титан. Да, ребята, Титан не за горами. До скорых встреч в новых видео. Всем спасибо. Пока.